Стена девятиэтажки как полотно художника. Впервые в нашем городе граффити-шедевр легально появился на стене многоквартирного дома. Таким стильным украшением обзавелась новостройка на улице Отдельная. Рисует известный московский художник Тимур Молотов. Ему предложили стать участником фестиваля уличного искусства «Полотно». И он без раздумий согласился. Интересный опыт работать на верхотуре. Это символизм, означает стремление к свободе. Ангел взывает человека, смотрящего, стремиться к силе, стремиться к свободе. Вообще сложность чисто даже технически. Во-первых, у нас не суперсовременные, скажем так, стрелы, вышки и вот снаряжение, которое мы с собой взяли. Это было все на уровне таком среднего класса. Вот. Но по сути мы пошли на подвиг. Поднялись на самый верх, нас шатало от ветра, лил дождь, но мы делали все равно. Тимур Молотов – персона, известная в России и главным образом в столице. Его называют любимым художником рэпера Тимати. Аудитория знает Тимура как тату-мастера. Также он входит в десятку лучших мастеров граффити страны. В шутку о нем говорят, что он страдает гигантоманией, любит забивать рукава, еще лучше спины клиентов. В нашем городе гигантомания художника реализована в полной мере. Я бы сказал, что есть мода на символизм пошла и яркие цвета. И многие художники упрощают свое граффити максимально. То есть индустрия так перевернулась, что яркость и простота – это сейчас реально востребовано. А что-то сложное – это не вписывается в рамки общей индустрии, наверное, граффити. Фасад начали украшать в прошлый четверг, в понедельник закончат. Точкой станет фирменная подпись автора. Немного помешала погода, управились бы быстрее, если бы не дождь. Работал Тимур и ночью, и под ливнем. На такую огромную картину ушло примерно 300 баллончиков краски. Когда ты рисуешь рядом со зданием, да, большой холст, все это одно пятно. Надо разглядеть эти детали, надо разглядеть эти линии, да, то есть, которые будут видны и на большом расстоянии, и на маленьком расстоянии. И у него получается просто шедевр. Шедевр, который, я уверен, что, во-первых, уникальный, да, то есть это его собственная разработка, полностью собственный дизайн, не копия. Этот мастер, он творит. Его уже называют современным Леонардо да Винчи. Фестиваль «Полотно» официально завершится закрытой вечеринкой 22 сентября. Там будут объявлены победители конкурса. А уже 15 числа жители смогут отдать свой голос за полюбившуюся работу участников. Есть подозрение, что ангел на стене многоэтажки сумеет завоевать большинство голосов. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.